Здравствуйте. Жарко, хочется пить. Конечно, чего-нибудь вкусненького, холодного, освежающего. Очищу кусочек имбиря и нарежу его пластинами. Мята. Удалю самые грубые стебли. Вложу в чашу, сверху имбирь, пару ложек тростникового сахара. Разомну пестиком. Нарежу лайм пластинками. Подавлю еще. Вот всю эту раздавленную субстанцию, ароматную, уложу в графинчик. И налью кипяченую воду, охлажденную. Ну, размешаю и попробую. Если чего-то не хватает, добавьте именно то, чего не хватает. Холодильник. Ну и через час наливаю. И пью с большим кайфом. И все домашние тоже пью с таким же большим кайфом. Это реально освежает. Это очень приятно, вкусно и полезно. Всем удачи. Не перегревайтесь. Будьте здоровы. Пока.